Щербактинским районным судом рассмотрено дело в отношении жителя села Арбигейн за незаконную вырубку сухостойной сосны на охраняемых природных территориях. В соответствии с законом действия, предусмотренные данной статьей, влекут штраф на физических лиц в размере 150 месячных расчетных показателей с конфискацией незаконных срубленных деревьев, кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений. Суд признал правонарушителя виновным и назначил взыскание в виде штрафа в доход государства в сумме 306 285 тенге с конфискацией в доход государства автомашины, бензопилы и изъятой древесины –